Криминальная история в Японии, как на меня вызвали полицию, пока я пила кофе. В этот день у меня была фотосессия, и красили меня в кофейне. Что в целом является обычной практикой, и обычно с этим вопросов не возникает. Тут к нам подходит официантка и очень неприятным языком начинает говорить, что это вам не салон красоты. Мы говорим, что скоро уйдем и уже собираемся. И через 15 минут приезжают 4 полицейских, которые подходят к нашему столику и начинают на нас просто наезжать. Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Получается, что менеджер кафе вызвала на своих посетителей полицию. Нормально вообще? И я еще могу понять, если бы мы себя как-то плохо вели, и если бы она подошла к нам раз 2-3 хотя бы. Но она подошла один раз и после этого сразу вызвала полицию, хотя мы уже собирали вещи. В итоге стилист и фотограф решили эти вопросы, и мы таки поехали на фотосессию. Но осадочек, конечно, странный остался. Как думаете вообще, это нормально или нет? Ведь мы сидели в углу, никому не мешали и заказали довольно много еды.